Уже не скрыть. О странном лице сына Собчак все говорят. Сегодня Ксения Собчак впервые за долгое время решила выложить в микроблог семейный снимок. На нем ее супруг Максим Виторган нежно целует сына Платона. Ксения Собчак впервые стала мамой почти год назад. Она родила сына Платона. Первое время журналистка скрывала внешность сына и не хотела раньше времени показывать малыша общественности, чтобы оградить его от повышенного внимания. Все же в микроблоге Ксении периодически появлялись фотографии с ребенком, но Собчак по-прежнему прятала его лицо. С недавних пор Ксения стала выкладывать более смелые фотографии. Сегодня поклонники смогли рассмотреть профиль малыша. Ксения поделилась с подписчиками в своем микроблоге снимком, на котором ее супруг Максим Виторган нежно целует маленького Платона. Пользователи смогли частично рассмотреть внешность ребенка. Мальчик растет блондином. Пока что трудно сказать, на кого из знаменитых родителей похож Платон. Многие считают, что мальчик растет копией Собчак. Поклонники пришли в восторг от снимка и буквально завалили его комплиментами. На Ксюшу похож, какой чудесный малыш, очень трогательное фото, весь в маму, писали поклонники под снимком.